Всем привет! Сегодня по многочисленным просьбам подписчиков мы построим ховеркар. А сейчас я вас прошу поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Перед тем, как начать туториал, давайте посмотрим, на что он способен. У него есть механика ховера. У него наклоняются ховеры. Во время движения вперед они наклоняются назад. И наоборот. Он может подниматься вверх и опускаться вниз. Один игрок решил прокатнуться на моем ховеркаре, и я ему устроил аттракцион. А сейчас давайте еще немного посмотрим наши приключения. Здесь подписчик построил мини-город. От моего ховера ничего не осталось. Да что тут написано? Взорвать надо? Ну ладно, сейчас. Чё-то не взрывается. Отойдём-ка подальше. Ну чё не взрывается? Время туториала. Начнем строить с механизма. Под этим металлическим блоком, который мы сейчас поставили, ставим титановый блок. Под ним ставим мотор. Титан немного задвигаем в мотор. Теперь будем использовать золотые блоки. Строим, как показано на видео. Но если у вас их нет, попробуйте использовать титановые. Делаем вот так. Наверху у нас будет машинка, но пока просто ставим пластиковый блок и немного его масштабируем.
здесь ставим кресло водителя. Включаем у всего этого прозрачность. Это у нас механизм. Пока что я поставлю на 75%. Теперь выделяем весь механизм, кроме титанового блока, и отключаем у них коллизию. Обязательно сохраняем и обязательно заново загружаем. Теперь отключаем фиксацию и можем проверять. Как видите, когда мы едем, мы наклоняемся. Когда останавливаемся, тоже наклоняемся. У нас получилась механика ховера. Идем дальше. Сейчас будем строить ховеры, делать для них наклонность и также частицы. После того, как мы сделали такие ховеры, как показано на видео, ставим по 2 сервопривода и удаляем нижние. Так нужно сделать с каждым ховером. Ховеры немного отодвигаем от платформы с креслом. Теперь верхнюю часть сервопривода привязываем к платформе с креслом. Делаем это, как показано на видео. На отвертке нажимаем Collect All, крутящий момент у сервопривода ставим на максимум, скорость на 3. Теперь выделяем два правых сервопривода и у них ставим обратное вращение. Сервоприводы привязываем на клавиши. Left ставим на клавишу S, а Arrigue ставим на V. Также делаем с передними сервоприводами. Теперь выделяем эти сервоприводы с опорами, отключаем у них коллизию и пока что прозрачность ставим на 50%. Сохраняем, заново загружаем и проверяем. Как видите, когда мы едем вперед, то ховеры наклоняются назад. Когда мы едем назад, то ховеры наклоняются вперед. Все правильно. У передних сервоприводов угол наклона ставим на 20 градусов. На рулетке ставим масштаб на 0.2 и ховер поднимаем на максимум вверх. Внизу ставим плоское колесо и обратно задвигаем ховер. Здесь строим частицы. Я их буду строить из неона и вам тоже рекомендую. Их будем раскрашивать в голубой и белые цвета. У колеса ставим настройки. Прозрачность на 100%, крутящийся момент на максимум, а скорость оставляем на 50%. Здесь ставим пластиковый блок и в нем закрываем все частицы. У него ставим прозрачность на 100%. Это нужно, чтобы частицы не развалились. И отключаем коллизию. Теперь выделяем все эти частицы, и у них тоже нужно отключить коллизию. После этого пластик снова задвигаем в частицы. Так нужно сделать со всех сторон. После этого сзади ставим кнопку, к ней все привязывается. Сохраняем, заново загружаем и можем проверять. Нажимаем на заднюю кнопку и у нас начинают закручиваться частицы. У меня на колесах стоит скорость 5, но потом я понял, что 50 гораздо красивее.
Вы меня очень просили, и я решил вам показать, как построить декор. Чтобы вам не было очень сложно, мы сделаем простой декор. Сейчас начинаем строить руль. Вот такой он получился. Сейчас будем строить машинку. Такой корпус у нас получился. Спереди добавим стекло. Вокруг него сделаем рамку. Сделаем зеркала.
точно такой же с другой стороны. Теперь будем декорировать переднюю часть и заднюю. Также добавим немного красоты ховером. Для красоты добавим немного неона. Вот такой ховеркар у нас получился. Наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ух Геймс. Всем пока.